Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Ну что, друзья, вот мы и нашли то место, где снимались заключительные сцены всех низкобюджетных блокбастеров. Димон! Именно с этих окон выпадал Джокер, Бэтмен, Букер Ди Фред и прочее. И знаете, я вот встал сегодня с утра, такой, в хорошем настроении, заказал себе покушать, поел супчика, роллов. И думаю, какого головняка мне не хватает? А вот такого я еду в Москву опять, блядь. Классика Москвы, приехал, жрать хочется, холодно. Красной дорожки нет, никто не встречает. Где? Где московские гангстеры? Где пролетариат? Что такое? Чтобы паспорт русский получить, да? Русский паспорт получить. Паспорт гражданина Российской Федерации. Я человек империи. 100 лет провел вне территории. Как полномочный представитель аппарата премьер-министра Республики Кения, я пишу заявить, что 3 числа мы выплатим все задолженности за газ, сперму и комбикорм. 29 сентября. 29 сентября. День, когда ты будешь выбирать. День, когда ты будешь выбирать. Выбирай будущее и подписывайся на этот инстаграм. Здесь говорят правду. Девушка, что вы делаете? Девушка, мы занимаемся... Ванечка, не дергайся. Мы занимаемся испытанием новых законов. Ванечка, девушка, меня бесит ваша черная кофточка, расческа и мотоцикл. Ну, то есть мне нужна ваша одежда и мотоцикл. Прилично люди живут вот так вот. Но я могу сказать, есть и другая сторона. Там будет не слышно. Челядь позорная. Ага, вот так вот. И на матрасик себе, на матрасик. Блять, ебанулись диски. Ауте! Ауте! Интервью-то новое. Сколько ты зарабатываешь в час? Позволяет такие дорогие кофты. Откуда? Она заляпана шурмой, кстати. Бля, респект. 20. Оксид успешный. Хорошо. Довелось поучаствовать в новом фильме Александра Невского. Выбрали локацию, потратили много денег. Вот оттуда будешь падать, вот оттуда вот на коробку, значит. Не раскрывай. Есть три великих политика в истории. Сергей Михайлович Бубновский. Александр Галич. И Мария Арбатова. Мы поймали этого трехногого жука. Он ебанулся совсем. Отгрыз себе ногу от голода. Бля, там, кстати, отгрызная нога. Собрал из палок какую-то хуйню. В принципе, все как обычно, да, Колян? Да. Сука, блядь. Ну-ка стоять нахуй, блядь, там всем. Песню бой. А ты кто? Встали, прыгайте, блядь. Запрыгали быстро, блядь. Сука, блядь. На одной ноге. Не хочет, смотрите. Ну зачем это надо? Видите, что ты вот с утра пораньше доебываешь людей? Ну а кого мне доебывать с утра пораньше? Мне же некого больше доебывать с утра пораньше, только Федю. Друзья, в эфире передача «Русский рэп смаки», в эфире группа «Полумягкий», «Твердый Микки», «Мягкий Тони». Друзья, как вы попали в рэп? Я знал Эскобар. Сели с Эскобаром. Пабло. Пабло? С Иваном Эскобаром. А это была группа «Полумягкий», спасибо. Отстань, пожалуйста, на монетку тебе за это. 5 рублей тебе. Снимай его. Хватит. Снимай его. Не могу. Пей. Ну ладно. Пей, отки. В жизни мужчины наступает такой момент, где он начинает носить шапку как мужик. У тебя не наступил. Ты пидор, что ли? Смотрите, друзья, шапка здорового человека и шапка курильщика. Здорового Нет. человека, курильщика. В женском рэпе Валерий Сюткин. Вова, ты куришь сигареты? Да.
Ну, я нет. А я... Эй, друзья, с вами Владимир Сюткин, ушастый заяц и его верный друг Гриша. Сегодня мы снимаем программу «Облачко» для тебя и для твоей бабушки. Только на Это стиль гранж. И... Господа, я могу сказать, что похороны – это не повод не соблюдать дресс-код. Когда-то мои друзья тоже носили широкие штаны, кроссовки. Но эти времена прошли, теперь это обычные белые парни. Пора подрасти. Один Андрюха Инки держит стиль. Пора. Если вы хотели увидеть что-то ужасное, посмотрите вот на этого человека. Что вы можете сказать, молодой человек? Меня зовут Владимир, и я люблю свою родину. Что еще? Я хочу, чтобы моя страна была самой великой на земле. Удачи. Здравствуйте, друзья. Сегодня 30 ноября, Всемирный день любви к домашним животным. И мне хочется поздравить отдельно всех котиков, которых я знал в этой жизни. Кота Гришу. Кот Гриша, будь таким же злым и беспощадным, также ненавидь людей. А также Коха, передаю тебе большой привет, пускай мы с тобой сейчас не видимся, но сердцем я все так же с тобой. Антихайп всем вашим зверушкам. Ну что ж, кусь. Проходил мимо небезызвестной фирмы. И что мы тут наблюдаем? Амбассадора KFC. Ну что, господин Чудаков, рассказывайте, зачем воровали журналы? А как не воровать? Как зачем? Не воровать? Человек на улице такой... стоит, мерзнет, денег нет. Как не воровать? Кто сейчас не ворует? Кто в наше время? Там наклейки, видишь? Там снимать нельзя, вот этого безумца можно. А почему в натуре ободранные кассеты? Ободранные. Пацки, был на Митинском радиорынке. Ну, блядь, вот идите нахуй. Купил вот такие вот приколы. Оба, смотрите, кассетка. Прикольно. Прикольно. Девочка с Лиговского. Смотри, ему даже не стыдно, смотри. Достоевский хуесос. Я видел. Бродский, подай номерок. Ваша культура говно. Ой. Я тут пришел, чтоб спасти. Руку вся пил водяру с грузчиками. Я постиг суть полуболею.